Парковка в непосредственной близости от контейнерных площадок зачастую осложняет доступ к ним не только мусоровозов, но и самих жителей домов. Привычная картина. Переполненные контейнеры стоят по несколько дней. Очень часто бывает так, что мусор не вывозят. Машины ставят, уходят, на прикол ставят, уходят, сутками не появляются. Заезжает машина, не может задом заехать. Машина длинная, фары не горят, горят у него. Он тыкается, мыкается и уезжает. Звонит, он фотографирует, он пакеты с мусором кидает под машины. Второй раз заезжает, он опять не может забрать. А потом он злится, звонит начальнику, говорит, я поехал, я мусор не могу забрать. Приезжает КамАЗ, потом начинает ручную кидать. Находят, ну, хозяева или хозяева уезжают. И вот так, можно сказать, постоянно. Понятно, что найти свободное место для парковки во дворе не так просто. Но одни не боятся оставить машину подальше от подъезда, а другим будто лень пройти несколько десятков метров пешком. В итоге спецтехника выбивается из графика, а соседям автохамов достается гниющий мусор. Это очень больная тема, прям наболевшая тема. Водители практически ежедневно жалуются. Практически каждый пятый двор, вот они водители, автолюбители, блокируют контейнеры, водитель подъезжает и не может забрать мусор вовремя. После этого, ну, последствия сами понимаете, скопление мусора, запах и так далее, возмущение жителей. Как бы мы обращаемся, вот не первый раз обращаемся, у нас даже на своей странице в Инстаграм выкладываем даже вот этих автохамов, как бы, да, ну, результат, как бы, почти нулевой. Сегодня парковка возле мусорного бака не считается нарушением закона. Однако по обращениям граждан будут предприниматься строжайшие меры. По просьбе граждан мы сегодня вот это рейдовое мероприятие делаем. Ну, для первого раза мы сейчас осмотрим вот это обращение к водителям. А в дальнейшем уже по звонку жителей будут выезжать экипажи и составлять материалы. Так что хочется обратиться к водителям, чтобы до этого не доходило. В этих дворах вы сами живете, соблюдайте порядок, не ставьте транспортные средства возле мусорных баков. Подобная ситуация происходит не только в этом микрорайоне. Во многих дворах Черкесска подъехать к баку с мусором сложно, а в ряде случаев и вовсе невозможно. На сегодняшний день совместно с ГИБДД города, мэрия, мы сейчас хотим этот вопрос решить. Будет, наверное, устанавливаться штраф, какие-то определенные разметки будут делаться о том, что в этом месте нельзя припарковывать свой автотранспорт. Пока остается надеяться на сознательность автолюбителей, а коммунальщики просят не препятствовать их работе, чтобы город в итоге стал чище. Айгуль Баранукова, Далиль Мирза, Архыз 24.